Тогда давайте начинать. Летняя школа уже идет второй день. Все уже просто полным ходом. Появляется масса дел, которые нужно, естественно, делать. Вы уже начали потихонечку знакомиться со своими одноклассниками, узнавать своих воспитателей. И наше сегодняшнее мероприятие направлено как раз на то, чтобы вы еще лучше познакомились со своими воспитателями, а ваши воспитатели получше узнали вас. Итак, 13 команд, 2 Элшонка, 2 воспитателя. Летняя школа, вы готовы? Отлично, тогда мы начинаем 2x2. Итак, сейчас я буду приглашать команды на сцену. Командам нужно быстренько выбежать, крикнуть свой девиз и отдать микрофоны и остаться на сцене. Конечно, я буду объявлять команду по названию. Итак, почему ножки? Я уже готов. Давайте еще раз немножечко поприветствуем наши команды, они очень волнуются. Команда «Толстячки»! Аплодисменты, друзья! Возьмите, пожалуйста, микрофоны. Прошу вас. Не успеете вы сказать, что нас чувачи, как мы вас победили? Аплодисменты! Я приглашаю на сцену четвертую команду. Команду воспитателя снова 17! Наш девиз. Самые серьезные дети. Аплодисменты, друзья! И сразу же на эту сцену приглашается команда «Дубль Ван». Аплодисменты громче, друзья! Меня зовут Иван. Меня также аналогично. Наш девиз «Ctrl-C». Команда «Подвороты спиннера». Возьми на что ты светить, студентки, боже, я тебя!
Все новое, это хорошо забытое старое. Команда 7-Eleven! Наш девиз! Таких, как мы, еще не было! И сразу же следующая команда в команда бананы-кокосы! Итак, пока команды на сцене, представлю вам наших жюри. Итак, первый человек. Человек с прической ананаса. Физорг, извиняюсь, поваренок комсотряда Кирилл Шнайдер. Человек серьезность, человек ответственность и просто хороший парень, поваренок комсотряда Григорий Гусев. Визор комсотряда. Человек, который знает все в любом спорте и может сделать что угодно. Максим Сега! Обладательница самого высокого и самого красивого голоса. Художница комсотряда. Ирина Сокур! Ну что ж, мы уже немножко все познакомились. Ну а проведу для вас этот конкурс сегодня я. Культур комсотряда по совместительству рэпер Павел Ловкий. Итак, спасибо командам. Прошу вас всех спуститься в зал. Давайте еще раз их поддержим. А знаешь ли ты, я сейчас приглашаю на сцену своих ассистентов, командира комсотряда 2017 Никиту Игнатьева и призорка комсотряда Софью Смолякову. Итак, сейчас команды будут выходить и выстраиваться два человека впереди, два человека сзади. Приглашаться на сцену будет одновременно 4 команды, затем 5 команд, затем опять 4 команды. Ну, чтобы не было толкотни. Два участника, которые стоят впереди, встают друг друга спинами. У них есть по табличке. С одной стороны она покрашена в красный цвет, с другой в зеленый. Красный означает нет, зеленый означает да. Я задаю вопрос одному из участников о его напарнике. Например, Никита, как ты считаешь, умеет ли Соня танцевать? Что делают участники? Если Никита, как в данном случае, не знает, что Соня умеет танцевать, он поднимает красную табличку. Ну, он думает, что Соня не умеет танцевать. Соня поднимает так, как есть. Она умеет танцевать, поэтому она подняла зеленую. Итак, чтобы было понятнее, задам следующий вопрос. Соня, как ты считаешь, Никита красивый парень? Аплодисменты, друзья! Что ж, спасибо нашим ассистентам. И я приглашаю на сцену первую группу команд. Команда «Толстячки». Команда «Бесконечные инженеры». Команда «Чевапчичи». Команда воспитателей снова 17. Давайте еще раз поддержим наших участников. Приветствуем их на сцене. Просьба взять таблички командам. Сейчас вам выдадут. Итак, как будет?
про воспитателя, затем воспитатель про девчонка. Когда я задам два вопроса, пары меняются. То есть те, кто были впереди, уходят назад, те, кто были сзади, встают вперед и начинают отвечать они. Будет три группы таких вопросов. То есть первые, те, кто стоят впереди, будут отвечать на четыре вопроса, те, кто сзади, на два. Ну что ж, участникам все понятно? Ну тогда давайте начнем. Аплодисменты! Ну что ж, начнем с первого вопроса. Вопрос Элшатом про воспитателя. Отвечают сразу все. То есть все команды одновременно поднимают таблички. Итак, был ли твой воспитатель в комсотряде? Да, посмотри. Да! Еще небольшая информация для жюри. Информация ставится по количеству совпадений. Поэтому просьба не подглядывать со своими компаньонами. Второй вопрос. Вопрос воспитателю про лошонка. Правда ли, что ваш лошонок говорит файл, а не мультифора? Говорим, что все понимаете. Еще небольшая информация. Лошата тоже понимает. Отлично. Следующий вопрос. Это тоже вопрос воспитателя про ребенка. Крутит ли ваш ребенок спиннер? И сразу встречный вопрос ребенку. А крутит ли ваш воспитатель спиннер? Итак, спасибо первым участникам. Просьба поменяться парами, передать таблички. Уже из зала идет поддержка. А кто болеет вообще за команды, которые стоят сейчас на сцене? Что ж, отлично. Итак, как вы помните, вы отвечаете на два вопроса, а не на четыре. Вопрос ребенку про воспитателя. Хорошее ли у вашего воспитателя чувство юмора? Правильный ответ. У всех воспитателей хорошее чувство юмора. Следующий вопрос. Вопрос воспитателю про ребенка. Секундочку. Умеет ли ваш ребенок читать рэп? Я, кстати, тоже умею. Минутка остатства. Что ж, жюри посчитало оценки уже, я думаю, да? Хорошо, оценки будем называть уже после того, как все команды пройдут конкурс. Поэтому спасибо нашим командам. И сейчас я приглашаю на сцену следующую группу команд. Давайте поддержим наших участников. Итак, на сцену приглашаются команды. Команда «Дубль Ван». Еще, пожалуйста, просьба. Команда 4. Команда «Дискотека 80-х». Команда «Подвороты спиннеров». И команда «Ку-ку-ку» и 10-2. Наши участники готовы? Отлично. Подлечите, пожалуйста, вот. Так, теперь все готовы, я так понимаю, да? Поэтому давайте начнем. Первый вопрос. Вопрос воспитателям про Элшат. Знает ли ваш ребенок и успел ли он уже с кем-то познакомиться из комсотряда? Извиняюсь, я немножко неправильно прочитал. Успел ли ваш ребенок познакомиться с кем-нибудь из комсотряда? Еще не успел с нами познакомиться. У нас еще целых 3 недели впереди. Все еще успеем. Следующий вопрос. Вопрос ребенку про воспитателя. Твой воспитатель строгий? На самом деле, друзья, все воспитатели строгие, но справедливые. Это стоит помнить. Следующий вопрос. Вопрос тоже ребятам про воспитателей.
Играет ли твой воспитатель в доту? Отлично. И сразу же встречный вопрос. А твой ребенок играет в доту? Отлично. Просьба поменяться парами. Прикольно, вот так. Так, первый вопрос. Аплодисменты еще раз к следующим парам. Итак, как вы знаете, вчера должна была состояться дискотека, но, к сожалению, погода нам этого не позволила. Не волнуйтесь, они еще будут, все еще впереди. Поэтому следующий вопрос звучит так. Вопрос воспитателя. Зажигает ли ваш ребенок на дискотеках? Браво! Именно так и нужно, друзья! На наших дискотеках всегда нужно зажигать. Мы будем помогать вам в этом. И следующий вопрос. Вопрос воспитателю про Элшонка. Правда ли, что между Марвелом и DC твой ребенок выберет Марвел? Я так понимаю, в зале много фанатов Марвел, да? Ну что ж, отлично. Спасибо нашим командам. Просьба передать таблички нашему ассистенту. Вот Никита ходит. Сейчас я открою список команд, буду звать следующие. Зал пока что поддержит наших участников. Итак, следующая группа команд. Команда 1 плюс 1. Команда 7-11. Команда бананы кокосы. И команда, чье название мне нравится больше всего, это пожалуйста, таблички наших ассистентов. Аплодисменты поддержим. Давайте, кто болеет за эти команды? Отлично. Итак, участники готовы, поэтому давайте начнем. Первый вопрос. Вопрос Элшатам про воспитателей. Может ли твой воспитатель назвать всех комсят по имени? Вопрос ребенку про воспитателя. Правда ли, что между макарошками и пюрешкой твой воспитатель выберет макарошки? Понимаю, больше фанатов у нас у пюрешки, да? Отлично, я тоже с котлетками, разумеется, я тоже обожаю. Итак, следующий вопрос. Вопрос воспитателям про ребенка. Ждет ли ваш ребенок новую серию «Игры престолов»? Супер! Следующий вопрос, встречный вопрос. А ждет ли ваш воспитатель новую серию «Игры престолов»? Ну, среди воспитателей, я так понимаю, уже меньше фанатов. Ну, ничего страшного. Итак, просьба поменяться парами. Следующий вопрос. Вопрос ребенку про воспитателей. Смотрит ли твой воспитатель мультики? Еще. Итак, и наконец, последний вопрос. Вопрос ребенку. Будет еще два вопроса. Вопрос ребенку. Вопрос воспитателя, извиняюсь, про ребенка. Умеет ли ваш ребенок играть на гитаре? Ну не волнуйтесь, ничего страшного. В летней школе можно научиться вообще всему. У вас целых 3 недели. Вы будете ходить на вечера, песни под гитару. Так что не волнуйтесь. Возможно, вы еще научитесь играть на гитаре, если кто-то не умеет. И, наконец, последний наш вопрос. Последний же, да, правильно я понимаю? Отлично. Последний наш вопрос. Вопрос ребенку про воспитателей. Слушает ли вас ваш воспитатель Стаса Михайлова? Ну что ж, на этом наш первый конкурс подошел к концу.
Алексея Волосова, давайте ему поаплодируем. Леша, с вами помашу ручкой.
включить немножко какой-нибудь другой трек? Так, поехали! Первая команда! Прошу вас в центр! А, сейчас. Жюри.
не волнуйтесь, вам тоже будут выданы призы, потому что с этой сцены без призов никто не уходит. Итак, я так понимаю, все уже готовы начать второй конкурс, да? Нет, нет, еще не готовы, друзья, это еще не готово. Давайте громче! Отлично! Давайте всегда поддерживать так наших участников. Они, еще раз повторю, очень волнуются. Сегодня первое мероприятие, они первый раз стоят на этой сцене, им очень нужна поддержка. А следующий конкурс будет танцевальный фитнес. Нашим командам придется показать все свои танцевальные и спортивные навыки. И для участия в этом конкурсе, точнее для его проведения, я приглашаю на сцену художника комсотряда, отличного парня, мастера на все виды танцев и просто суперского фитнес-инструктора Ростислава Барышникова! Аплодисменты!
растяжку сделать. Давайте делаем растяжку. Первое упражнение. На старт. Внимание. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На старт. Внимание. Вот так. На старт. Внимание. Вот так. Следующее упражнение. Проходят три команды. Вы готовы слышать?
следующего конкурса, который будет в финале. Он называется «Апош». Знает кто-нибудь такой конкурс, нет? Ну что ж, для тех, кто не знает, сейчас объясню правила. От команды выбирается два участника. Повторяю, командам нужно сейчас выбрать двух участников, которые выйдут на сцене и будут участвовать в этом конкурсе. Один из участников надевает наушники, и мы уводим его в гримерку так, чтобы он вообще ничего не слышал, что происходит здесь, в актовом зале. Второму участнику дается строчка из песни, которую он должен исполнить. Все это записывается на наш микрофон. Записанную песню мы переворачиваем, выводим из гримерки участников в наушниках, даем ему прослушать перевернутую песню по фрагментам и записываем то, что получилось. То, что получилось, мы опять же переворачиваем, и с помощью вот этой готовой записи участник, который был там же в гримерке, должен угадать, что же была за песня в оригинале, которую исполнял вот здесь первый участник. Итак, команда выбрали своих участников. Итак, я приглашаю первую команду «Бесконечные инженеры». Браво, браво! Аплодисменты нашей команде. А остальные команды, то есть... Так, от остальных команд тоже просим поднять свою часть. Нет? Команда выходит целиком. Остальных двух участников тоже просим подняться. Остальные команды пока что не выходят. Вас пригласят чуть попозже. На сцене сейчас должна остаться одна команда. Вас пригласят чуть попозже. Сейчас на сцене будет участвовать именно эта команда. Итак, сейчас у меня в руках три листочка. Я предложу кому-нибудь вытянуть один из листочков, чтобы выбрать песню. Отлично, пока что не открываем. Держим. Нужны наушники. Пока у нас тут происходят всякие различные операции с техникой, пока происходят различные операции с техникой, я скажу нашим дорогим волшатам, что у нас действуют хэштеги в Инстаграме, которые написаны в столовой около мойки и около выхода. Хэштеги HO6-17 и хэштег Револетка. Фотки, которые вы делаете, можно выкладывать туда с этими хэштегами. У нас будет проходить конкурс на самую классную фотку. И позже мы выберем самую классную фотку и наградим победителя. Чем больше будет фото, тем круче. Итак, просьба кого-нибудь из участников, кто будет угадывать песню, подойти сюда ко мне. Ну вы же уже выбирали двух участников, которые выходили. Отлично, надевайте, пожалуйста, наушники. К сожалению, у меня в плейлисте в основном только рэп, поэтому придется слушать его. Исполнять песню. Итак, микрофон уже есть? Отлично. Ну что ж, теперь можно открыть эту бумажку с песней. Прекрасная песня. Просим исполнить Степана припев. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Отлично! Аплодисменты! Спасибо, Степан. Вы можете вставать к остальным двум участникам. Степан, я попрошу вас еще раз ее спеть, потому что вы настолько громкий, то что наша аппаратура немножко дала сбой. Давайте попросим Степана на бис! Давайте этот хит еще раз. А зал подпевает.
пойдет? Все для тебя! Рассветы и туманы для тебя! Это файл. Песня уже, да? Твоя техника. Я могу снимать наушники с другого участника, я так понимаю. Отлично. Итак, Степан сейчас нам исполнил песню. Ты сейчас будешь угадывать ее с перевернутого вида. Песня уже перевернулась? Еще нет. Тогда придется немножко подождать. Пока мы ждем песню, давайте все вообще познакомимся с нашими финалистами, узнаем их по имени. Всем добрый вечер, я из Буренции, меня зовут Доржик. Отлично, теперь знакомимся с воспитателями. Хотя нет, давайте сначала все три солша. Всем привет, я зовут Диана, рада познакомиться. Итак, песня еще не готова, поэтому с воспитателями тоже познакомимся сейчас. Ну что, Степана мы уже знаем, давайте мы ему просто... Еще один воспитатель. Добрый вечер. Меня зовут Елизавета. Отлично. Итак, песня уже готова. Песня перевернутая. Сейчас тебе Степан вручит микрофон. Вот то, что ты услышишь, ты должен максимально точно повторить этот фрагмент. Затем то, что у тебя склеится, получится, мы тоже перевернем. И, как я уже говорил, будешь угадывать. Итак, готовы начать, да? Сегодня в этом конкурсе нам помогает наш культорг Александр Климов. Саш, помаши ручкой. Итак, сейчас я тебе включу несколько кусочков, и мы с тобой их запишем. Так, слушай. Песня любимая, меньше быть. Это был первый кусочек. Сейчас я включу тебе его еще раз. Песня любимая, меньше быть. Ты готов? Слушай, что сейчас начну? Гимнастика. Да, должен. Если ты не понял, могу включить тебе еще раз. Давайте. Если
если тебе трудно, я могу разбить ее на два куска. Да, давайте. На два куска или... Последний раз, и я спою. Последний раз целиком. Хорош! Итак, третий раз. И третий. Последний. Пиздец, жена, ну ты ебанься. Пиздец. А? Я слышу. У меня же душа поет по тому слову. Раз, два, поехали! А песня на хвисты наивошная. Итак, песня уже записалась. Сейчас Александр потихонечку будет ее собирать и перевернет. Это, конечно же, займет немножко времени, а я пока что спрошу про твои ощущения. Каково тебе сейчас вообще было повторять вот это все и пытаться что-то вложить в это какую-то осмысленность? Ты стал себя воспитателем. Ну, чтобы не говорить сложно, я скажу... Очень сложно. Очень сложно, но с поддержкой такого хорошего зала и с такими хорошими движениями. Гораздо легче. Спасибо вам. Еще раз аплодисменты нашему участнику. И давайте, конечно же, поаплодируем нашим диджеям. Они действительно сейчас делают просто невероятно трудную работу. Итак, запись уже готова. Давайте прослушаем то, что получилось. 9.3. Есть у тебя уже какие-то предложения? Ну там точно есть слово «песня». Какие варианты? Который будет слушать песню в наушниках, уже готов. Просьба небольшая к залу соблюдать тишину, пока идет запись песни. Потому что это, во-первых, немного мешает аппаратуре, во-вторых, это может... В общем, наш участник может услышать то, что происходит в зале. Итак. Никита, передай, пожалуйста, микрофон участнику. Он нужен участнику. Секьюрити. Итак. Все уже готовы, да, я так понимаю? Давайте еще раз поддержим! Так, что за хит мы сегодня услышим? Спроси название песни для начала. Йова, маршрутка! Ты готов? Раз, два, три, пишем! Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Стоп, одном... давай еще раз. Техника подвивалась. Раз, два, три, пишем. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим. Аплодисменты, Михаил. Итак, твой воспитатель сейчас записал какую-то песню. Ты сейчас будешь ее точно так же угадывать. Готова ли перевернутая версия? Юля была. Уно моменту.
говорит наш звукарь. Мы шламы, мы здесь, мы здесь, мы наймем дамы, лучше селезницу, мы души не отдаем. Это болгарская песня? Сейчас запишем и узнаем. На болгарском или на болгарском опять тебе? Ну да, слегка тоже. Итак, слушаем первый кусок. Мы шламы, мы здесь. Покажи по-русски, пожалуйста. Итак, ты готов воспроизвести? Еще. Да, давайте. Мы шламы, мы здесь. Готов? Да. Раз, два, три. Мы шламы, мы... Секундочку. Так, слушаем следующий кусок. Нельзя времен дам. Так, слушаем еще раз. А, ты готов? Слушаем еще раз. Нельзя времен дам. Без мини. Давай, третий раз и запишем. Нельзя времен дам. Ты готов? Ну, давай. Так, раз, два, три, пишем. Мечта парень, но на них. Отлично. Так. Слушаем следующий кусок песни. У нас получилось ровно 10 секунд. Это будет трудно. Итак, слушаем кусок. Ветлушам селезни. Так, слушай, пожалуйста. Слушай второй раз. Ветлушам селезни. Ты готов? Нет, ты готов. А можно сейчас? Можно. Ветлушам селезни. Так. Просто на-на-на-на, да? Ну, в принципе-то можно. Я не запрещаю. Так, давай последний раз слушаем и запишем. Хорошо. Ведь туршам селезни. Готов? Раз, два, три. Пишем. На-на-на-на-на. Нашему участнику. Осталось чуть-чуть всего 2,5 секунды. Оп. А что сегодня расскажешь? Осечка. Смех души не отдай. Смех души не отдай. Попробуй проговорить, это будет интересно. Су, мих, ну, души, не. Видите, это не так уж и трудно. Итак, слушаем третий раз и записываем. Су, мих, души, не. Так. Раз, два, три. Пишем. Су, мих, ну, души, не. Итак, давайте еще раз поаплодируем нашим участникам и заодно познакомимся с ними. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Я Данил, гений, миллиардер, плейбой, филантроп и... Аплодисменты! Итак, здоровый, волшебный, пожалуйста, представься. Здрасте, меня зовут Ария Стар. Ну, по крайней мере, все говорят, что это мне похоже. Действительно, что-то есть. Давайте поаплодируем. Можно узнать настоящее имя? И, конечно же, давайте познакомимся с воспитателями. Все гениально просто. А я Михаил. Аплодисменты нашей команде. Итак, готовы ли уже то, что получилось?
Песня выдалась длинная, придется немножко подождать. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях. Кого тебе вообще волша? Волша, да, вообще интересно. Я с ребятами знакомился. У меня мой класс пока 10 человек. Целых 10. Полных. И как они тебе? Вообще нормас. Весь друг теперь очень хороший. В комнате живем. Встань, пожалуйста. Аплодисменты другу нашего участника. Элша сближает людей. Так, мы готовы послушать новый хит. Так, слушаем. Ambition continues. На 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 на. На 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 на. Вы готовы назвать песню? Нет, давайте еще раз. Ambition continues. На 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 на. На 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 на. Illumination. Это не шутки, мы встретились. Аплодисменты! Итак, давайте еще раз скажем спасибо команде 4. И пригласим на сцену следующую команду. Команду... Команда Ку-ку-ку и 10-2. Приглашаем вас на сцену. К сожалению, вы выходили последний, поэтому вам осталась одна бумажка. Но не волнуйтесь, все песни мы подбирали одинаковой сложности. Прошу вас, берите. Один из участников, который будет угадывать, надевайте, пожалуйста, наушники. Сейчас вам включат музыку, и мы начнем уже записывать. Пока что я передаю микрофон второму участнику. Нашему комсёнгу Кириллу. Итак, Кирилл, что ж ты там видишь-то? Классный трек. А по-русски? Тает лед. Бессменты! Готов? Готов. Так, раз, два, три, поехали! Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Микрофон. Бумажечку только сверни. Итак, представься, пожалуйста. Микрофон. Сейчас секунду, мы можем включить. Отлично. Всем привет, меня зовут Полина. Так, Полина, ты готова? Давайте поаплодируем ей. Ходи, пожалуйста, поближе, чтобы мы тебя видели. Итак, ты готова? Наш звукарь готов? Так, Полина, слушай. Моя выгодка меня высидит, но важно, но мне не могу. Ой, я не люблю тебя, песок, ой, я от тебя люблю. Так, давай послушаем еще раз, потом запишем тебя кусочек. Моя выгодка меня высидит, но важно, но мне не могу. Ой, я не люблю тебя, песок, ой, я от тебя люблю. Давай послушаем самый первый кусок, очень слабо. Но я выгнал камень в изи. Покраснел. Но я выгнал камень в изи. Попробуй поговори. Давайте поддержим нашу участницу. Я, правда, немножечко ошибся. Сейчас ей действительно придется тяжело. Но я выиграл, но меня высидит. Итак, ладно, давай послушаем с тобой последний раз, и ты попробуешь записать. Но я выиграл, но меня высидит. Итак, раз, два, три, пишем. А, давай выси. Аплодисменты! Так,
слушаем следующий кусок. Ой, это в мино, может. Ой, это в мино, может. Ой, это в мино, может. Давай, последний раз, и будем записывать. Легко угадать. Ой, это в мино, может. Просьба сейчас в зале соблюдать тишину. Так, ты готова? Раз, два, три, пишем. Мазима Марду. Отлично. Так, слушаем следующий кусок. Всего их будет четыре. Это будет третий. Ой, я на него прицеляю без зуб. Как я тебе не завидую. Ой, я на него прицеляю без зуб. Без последнего. Так, давай третий раз и будем записывать. Ой, я на него прицеляю без зуб. Давайте поддержим участницу. Последний раз. Давай, я на него прицеляю без зуб. Давай, я на него прицеляю без зуб. Без клик. Так. Раз, два, три. Пишем. Мам, если на улице без зуб. Последний кусочек. Недолго осталось научиться. Так, слушаем. Давай, я на тебя буду. Так, слушаем последний раз. Отлично, ты готова? Раз, два, три, пишем. Аплодисменты! Отлично! Сейчас Александр будет записывать финальную версию, а мы пока познакомимся с нашими участниками. Ну что ж, прошу вас. Меня зовут Евгений, и я тоже из Бурятии. А есть в зале кто-нибудь еще из Бурятии? Отлично. Так, ваши воспитатели. Точнее, ваши воспитатели, ваши персоны. Здравствуйте, меня зовут Настя. Аплодисменты! И, наконец, последний участник команды. И момент такой, что команде не хватало одного человека, и Кирилл согласился их выручить. Самое главное. Так, расскажи что-нибудь о себе в двух словах. Меня зовут Кирилл, и я скоро буду вести у вас зарядку. И еще... Можешь кто-нибудь сказать? Засранец. Итак, готова ли у нас запись? Так, слушаем.
получил микрофон. Возьмите что-нибудь, пожалуйста. Готовы ли жюри сейчас назвать оценки? Итак, оценки команде «Бесконечные инженеры». Все пятерки! Следующие оценки выставляются команде «4». И, наконец, последняя команда. Команда «Ко-ко-ко» и 10-2. 4-5-4-4. Я так понимаю, итоги еще пока что не готовы, да? Я сейчас, опять же, напомню про наши хэштеги «Револетка» и «Кошек минус 17». Их можно найти в столовой около мойки и около выхода. Мы будем вывешивать их еще в других разных местах. Вы сможете их отслеживать, сфотографировать себе на телефон. И затем, когда уже у вас будет свободное время, сможете зайти в нашу группу, которую делает наш замечательный комсотряд. Узнавать все последние новости, все грядущие мероприятия, что вообще будет, что вообще было. Меню, конечно, вы будете узнавать самое главное меню на сегодня. Итак, сейчас давайте поблагодарим человека, который фотографировал сегодня наше мероприятие, поваренок Артем Шишкин. Я думаю, уже завтра вы сможете найти там фотографии из «Дважды два». Можно будет их посмотреть. Итак, жюри готово. Я приглашаю все команды на сцену. Аплодисменты нашим командам, друзья! Давайте поддержим их еще! Потихонечку поджимает, поэтому я передаю сейчас слово жюри. Итак, наше мероприятие подошло к концу, и, конечно же, хочется сказать, что абсолютно все команды были молодцы. Все старались и... Все старались, все познакомились, а значит, главная цель нашего мероприятия выполнена. Поэтому давайте каждую команду наградим шоколадками и вкусными призами. Спуститься на сцену. Команды, пожалуйста, спускайтесь.
напоследок я вам скажу, что мы всегда рады вас видеть на этой сцене. У нас будет еще куча веселых и зажигательных мероприятий.